Рассказывали, что Станиславский сидел в одной ложе со Сталиным, и тот задал ему вопрос: «Почему мы давно не видим в репертуаре «Дни Турбиных» писателя Булгакова?» Режиссер ответил шепотом, показывая пальцем вверх: «Они запретили, только это ужасный секрет». На что Сталин ответил: «Они разрешат, сделаем». В этом доме в Леонтьевском переулке Константин Сергеевич жил и работал последние 17 лет жизни. Основу особняка составляют палаты конца 17 века. В доме музея режиссера представлена антикварная мебель, книги, семейные фотографии. Зал с небольшой сценой, где часто проводились репетиции МХАТа.